Теперь в Звенигороде растет дерево добра. Его сделали дети с ограниченными возможностями здоровья. Обводили свои ладошки на цветной бумаге, вырезали то, что получилось, и клеили на ствол. На каждом листочке – пожелание. Праздник «Территория добра» для особенных детей начинался буквально с порога, где приглашенных встречали ростовые куклы и аниматоры. Любителям прекрасного художники делали яркий аквагрим, а самые непоседливые сразу бежали на батуты и детскую площадку. Очень красивая территория, очень много анимации для детей, поэтому я думаю, что действительно всем здесь очень понравится, будет здорово. Инклюзивный фестиваль «Территория добра» проводится в Одинцовском городском округе впервые. На праздник в Звенигород приехали более 100 детей. Сегодня мы собрались все здесь, на городе добра, и город Звенигород является сегодня такой показательной площадкой. Сегодня здесь новый отель под новым названием «Звенигород парк-отель». И радушно принимает Наталья Сергеевна как руководитель наших ребят. И они взяли на себя основную долю организации. Официальную часть праздника открыла Лера Сайкова, известная жителям Одинцовского округа своим невероятным голосом. Девочка исполнила песню Игоря Крутого «Нарисуй». Ту самую, которую однажды она спела в дуэте с автором, исполнив свою заветную мечту. Фестиваль «Территория добра» – хороший пример взаимодействия органов власти, некоммерческих организаций и социально ответственных предпринимателей. Благодаря их совместной работе школьные каникулы детей с ограниченными возможностями здоровья стали еще более запоминающимися. Это лето, дети в городе, и желательно, конечно же, чтобы таких праздников было больше, чтобы дети были заняты, чтобы они развлекались, и это их полное право летом отдыхать, наслаждаться жизнью. И я вам как уполномоченный говорю. Дети должны летом отдыхать и развлекаться. Наша задача сделать все, чтобы им было интересно. Шоу «Мегатрон» никого не оставило равнодушным. Его бессменные участники – роботы Оптимус Прайм и Бамблби. Их яркое появление вызвало у детей большой интерес. Несмотря на внушительные размеры, андроидам даже удалось поиграть с ребятами в активные игры. Для нас это большая ответственность. И все коллеги, все сотрудники отеля приложили максимальные усилия. Организаторы уверены, этот праздник станет в Одинцовском округе хорошей традицией. Тем более, что первый блин точно получился не комом. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».